скорость это погасил. Ткачев, бросок, гол! Гол! Ткачев! И бросается из ворота, тоже его фирменная черта. Борется Каимов в нейтральной зоне, и не зря все это было. Максим Березкин вмещается в центр. Здорово, Березкин, и какой гол Максима Березкина! 2-0 в пользу Локомотива. Да, сделал все здорово. Причем как паузу выдержал, очень уверен, как будто прочитал, что будет делать защитник московского «Динамо». Передача, бросок, и 3-0 становится счет. Вот так, своими моментами бережно сегодня распоряжается китайский клуб. 3-0. Ну нет, здесь Кашников дотянулся своей клюшкой, и сейчас нефтехимик был близок к тому, что выпустить не получилось. Радулов направо, это 2-2. Александр Радулов сегодня решает вообще все вопросы своими передачами. Забивает Вадим Шипачев, но Александр Радулов делает очередной суперпас. Пытается Челябинцу вывести шайбу из зоны, как-то здорово получается. Капустин снова выходит на оперативный простор. Можно бросить, это гол! Кирилл Капустин в первом периоде отдал, во втором забил. 3-0, ведет трактор. Ух ты! Какой проход Чебыкина! Это гол! Это гол! Передача вперед, и вот то ли пытался прострелить дальше волк, то ли пошел наоборот, чтобы забить. Прошел пас, и какая передача на Брукса Мейсика! У него дубль сегодня, и это уже 33-й гол в сезоне. 2-3. Металлург пасуется, а Сибирь просто стоит и наблюдает. Так, еще перехват. Не конца. Передача, бросок. Это 4-0 в пользу Металлурга. Ну вот если Сибирь вот так продолжит играть, сейчас еще мешок получит. Ну что это такое? Просто даже шайбу не отбирает. Сибирь, Металлург что хочет, то и делает у них в зоне.